Сегодня, 20 февраля, возможно ограничение проезда по Пролетарской, Нарвчатова, Кольцевой, Гагарина и промышленном проезде. На уборке города задействовали 53 единицы техники ГЛУДа и комбината зеленого хозяйства. Уборочные машины работают по основным городским маршрутам. Делают срез наката, нарезку вала, вывоз снега. Автогрейдеры расширяют проезжую часть. 4 погрузчика и 10 самосвалов вывозят снег. Экскаватор ведет погрузку противогололедных материалов. КЗХ ежедневно чистит городскую территорию. Лестницы, тротуары, переходы, межквартальные проезды, подъезды к контейнерным площадкам.